Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Сегодня у нас долгожданный выпуск о письмах. Это последний выпуск в этом году. Так что это письма за декабрь. И открытки по обмену посткроссинга. Я постараюсь ответить на все вот эти письма до Нового года, потому что все флипбуки у меня уже готовы, осталось только написать письма. Поэтому, ребята, ожидайте ответы где-то в начале января, как справится почта. Давайте начнем с открыток. Я не помню, какие я показывала уже, какие нет. Мне кажется, я ни одну из этих не показывала. И первая открытка вот такая вот, очень прикольная. Я не особо люблю открытки именно в виде таких вот фотографий про животных. Я люблю открытки с животными, но в виде иллюстраций, но только не фото. Но вот это очень милое, и котенок очень классный. Таких собачек я не очень люблю, но я знаю, что все их прям любят в последнее время. Но котенок очень клевый. Эта открытка у нас из Германии, кажется. Да, из Германии. Далее открытка, которая пришла буквально на днях. Вот такая вот с поросенком, безумно прикольная. Просто вообще, не знаю, очень нравится мне она. И это открытка из Денвера, Колорадо. Следующая открытка, кажется, тоже из Германии. Очень такая интересная архитектура здесь. И опять же, не любитель подобных открыток, но все равно, когда получаешь их из разных стран, то это интересно. Да, это открытка из Германии. 22 сентября была отправлена. Возможно, я ее уже показывала. Опять же, не помню, показывала я такую открытку или нет. Они почему-то у меня оказались в стопке непоказанных открыток. Поэтому простите, если показываю по второму кругу. И это открытка из Германии. Очень классная здесь марка, которая... Не марка, а наклейка, которая переливается. И вот эта наклейка при транспортировке почти оторвалась. Еще одна милейшая открытка с котиком. Очень прикольным. Возможно, я тоже ее не показывала. Я, по-моему, сама ее даже еще не видела. Такая прикольненькая. Это открытка из Витебска. И да, эта открытка свежая. 12 ноября. 18 ноября я ее получила. И последняя открытка, просто мой фаворит из всех открыток. То, что как раз таки я коллекционирую. Это вот одна из моих хотелочек, открытка с Ариэль. Очень красивая. И эта открытка у нас из США. Даллас, Техас. С Нового года повышаются тарифы на отправку открыток и писем. И я боюсь, что мне придется снова сократить переписку. Поэтому я хочу сразу извиниться перед теми, с кем мне придется сократить переписку. Для меня это очень сложное решение. Но полностью забрасывать переписку я не собираюсь. И если кто-то из вас прям очень-очень хочет продолжать со мной общаться, то надо как-то решать этот вопрос. Я, честно, даже пока еще не решила. Постараюсь все-таки со всеми поддерживать связь. Просто, возможно, это будет пореже. Итак, у нас здесь письмо от Алсу и письмо от Катерины. От Алсу у нас здесь письмо. Такой вот прикольный календарик на 19-й год с таким котиком классным. Затем здесь у нас такая открыточка с Новым годом. Тоже. И еще, наверное, календарик с Казанью. Очень-очень красиво. Очень. Да. За этот год, за 18-й. Катерина, здесь тоже письмо. Салфетки. Очень красивые. Одна салфеточка, точнее. И вот такая прикольная открытка. Это, наверное, календарик. Нет, это открытка очень классная. Каждый день может быть хорошим, но в каждом дне есть что-то хорошее, и это истина. И также у нас здесь вот такая открытка антистресс. Вот. Такая прикольная. Итак, далее письмо от Елены Воробьевой. Такой очень прикольный конверт. Здесь у нас... Ух ты! Ух ты!
Здесь у нас чай, нури, лесные ягоды. Мне нравится чай от принцессы Нури. Вот такой вот гербарий, который можно потом будет вырезать. Классно, даже цвет сохранили. Далее у нас здесь открытка. Ух ты, мою коллекцию пополнят. Прекрасная открытка с розами. Советская открыточка еще. Какой-то год. Это у нас, я не вижу год. Ну, фото Немцова. Братислава. Шикарная открытка. Огромное спасибо, Лена. Ну и, конечно же, как всегда, письмо. Посмотрите, как прикольно конверт. Он сделан, видимо, из журнала. И внутри такая вот красивая иллюстрация. Точнее, фотография. У меня уже почти все свечки догорели, и мне уже надо покупать новые свечи. Поэтому простите за мою полугорящую свечу, которая еле-еле дышит уже. Ну вот, как-то так. Далее письмо из Беларуси от Тани. Таня давно меня просила показать ее письмо, чтобы поскорее написать ей ответ. Здесь очень много таких вот вырезок из цветной бумаги. Вот много-много всего. Такой вот маленький фолдер лаконичный. Здесь письмо и mail-tag с вопросами. Мне нравится, как ты оформила вот это вот, прикольно. Здесь у нас скотч, очень красивый цвет, очень. Не раз говорила, что мне безумно нравится вот этот цвет. Зеленый чай. И вот такие вот здесь у нас вложения. Разные наклейки. Закладки, татуировка. Такие вот наклейки разные. Еще и с цветами, вот с тюльпанами. Очень красивые тюльпаны. А вот за это огромное спасибо. Вот это действительно очень нужные наклейки. И далее три долгожданных письма, которые я очень-очень ждала. Это письмо от Вари. И оно просто вообще шикарно так сделано. Это, наверное, салфетка. Очень красиво так. Давайте посмотрим. Ух ты, классные наклейки в виде скотчей. Люблю такие. Ух ты, классно. Так, у нас здесь идет. Ух ты. Прикольно. Мини. У меня подруга очень любит Микки Мауса, Мини. А здесь внутри у нас еще идет вот такая вот наклейка. Антистресс. И это колибри. Да, наклейка. И, кажется, наклеечки с сердечками, которые никогда не бывают лишними. Да, сердечки такие очень прикольные. Буду клеить на открытки по посткроссингу. Прикольно. Такие большие открытки с рецептами. Кстати, очень классно. Картофельный салат с помидорами. Можно порадовать своего мужчину. Классно выглядит. Да. Рыбная запеканка в сливочном соусе. Ух ты. Люди, я теперь знаю, чем радовать своего мужчину. Яблочно-карамельный торт. Угу. Салат с красной фасолью и овечьим сыром. Ого. Прикольно. Вообще прикольно. Это прям очень круто. Огромное спасибо. Вот такая вот открытка. Точнее, их здесь две. Антистресс. Тоже такие классные. Само письмо, которое я безумно ждала. Ну, очень хороший такой, приятно составленной бумаги. Далее здесь идет открытка. Очень красивая. Спрашиваешь у меня рождения. Это так мило.
Спасибо, Варя. Такая вот новогодняя открыточка, очень тоже красивая, подписанная. И конвертик с полезностями. Да. Ух ты, здесь столько всего полезного, классного в этом конвертике. Посмотрите. Красота. Енотик. Прелесть. Давай поймаем звездочку с неба. Это прям ми-ми-ми. Очень красивые карточки. Варя, ты как всегда прям вот в самую точку попадаешь. Далее письмо от Насти. Тоже очень-очень долгожданное. Как всегда, потрясающие конверты с потрясающими композициями и прекрасными марочками в мою коллекцию. Внутри меня ждет волшебство. Это я прям уже заранее знала. Посмотрите, какая красота. Это фолдер. Да. Ух ты. Ух ты. Настя, это прям... Это очень-очень дорого стоит для меня. Отрывки из книжки на английском языке для оформления и... я не могу, у меня нет слов. Мой дневник, он станет еще просто прекраснее. Здесь вот такая вот ниточка. Все такое новогоднее уже, я прям не могу. Люблю от Насти получать послания, потому что они всегда так пропитаны нежностью, такой вот, прям, я не знаю, тонкостью, что все это хочется трогать, прижимать к сердцу и 100 раз пересматривать и хранить просто вечно. Такая вот красивая печать. Очень интересно ты ее сделала. Серебро и золото, прям как хамелеон. И здесь, ух ты, здесь так много всего интересного. Так, я даже не знаю, с чего начать. Давайте с этой стороны. Здесь у нас чай. Здесь у нас конвертик с приятностями. Ой, как много всего интересного. И здесь у нас... очень хочу посмотреть это кино. Еще я его не смотрела. Обожаю Джейка. Мой любимый актер. Пол Дана. Один из моих любимых просто мужчин. Потому что он делает потрясающие вещи. Он офигенно играет. И он начал снимать фильмы. И это просто... круто. И вот это очень хочу посмотреть. Мне нравится Леа, и я уверена, что этот фильм очень классный. Ух ты, какая милая открытка. Котеточки. Такие очень классные котятки. Открытка подписана. И письмо. Ой, посмотрите, как красиво оформлена эта сторона. Такие Дедушки Морозы. Давайте посмотрим вложение. Я думаю, вам тоже интересно. Здесь очень такое милое. Моя свечка погасла, она не выдержала этого. Ой, какая прелесть. Варежки и шапочка. Очень так. Жалко, только вот шапочки срезаны. Но я думаю, что можно что-нибудь с этим придумать. Варежки. Такая карточка с снегиречком. Очень мало снегирей стало, кстати, прилетали в город. Прям печалит. Где ты берешь такую классную скраб-бумагу? У нас вообще такую не доводят. Всегда все так интересно. Красота. Синички. И последнее письмо это от Чеширского кота, и как всегда это произведение искусства, которое можно бесконечно рассматривать. И я обожаю вот такие вот марки. Спасибо за то, что ты наклеила ее для моей коллекции. Я их собираю, особенно с разными платками, и вот это первая марка из этой серии у меня. Здесь у нас Рамштайн, все красной лентой обмотано, и вот обалдеть,
ты прям вот заморочилась наклеивать для каждой строчки письма, и прям... А, ты молодец. Итак, у нас здесь письмо. Мега крутое, кровавое, прям вообще напоминает что-то прям, не знаю, классное. Типа зомби. Ух ты, прикольно. Зеленый чай с клубникой и лимоном. Обязательно дам маме попробовать, она у меня зеленый чай пьет. Надеюсь, у нее не будет аллергии на лимон. Никак не посмотрю Overlord. Все хочу посмотреть. Надо будет посмотреть его. Прикольно. Какая классная открытка. Даже не знаю, как вот так вот, наверное, правильно. Очень прикольная. Подписанная. Самое главное, что подписанная. Спасибо большое. Салфеточка. А в салфеточке просто красота. Обалдеть. Я люблю вот такие штуки. Это акварельная бумага. Да. И это было что-то откуда-то. Может быть, книга какая-то или открытка. Вот как можно заметить. Я очень люблю такие вещи. Мне напоминает просто Ассасин. Там просто врачи вот так вот в такой маске были. И в подобном одеянии. О, вот это очень полезно. Это очень полезно для моего дневника. Марочка. Ух ты. Обалдеть. Пражская марка. Огромное спасибо. Еще несколько таких окошек для мыслей. О, прикольно. Прикольно. Очень. Так, это cool. Это congrats. Это cutie. Как я понимаю, это наклейки такие прозрачные. Это hello у нас. Да, hello. Так, это как? Это вот так. Это egg. Это ход. Угу. И наклеечки еще вот такие. Спасибо всем за такие замечательные послания, за вдохновение, за вашу любовь, тепло и внимание. Я очень сильно вас всех люблю. И хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого прекрасного, чтобы этот год принес только все самое лучшее, чтобы ваши заветные мечты сбывались, и чтобы на душе у вас было только тепло и радость, и чтобы все цели были ваши достигнуты, и просто пусть в вашем сердце всегда живет любовь. Я вас целую, обнимаю, и до Нового года. Всем пока-пока!